Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это 13 февраля. И так как я вот обещала все-все показывать, вот сегодня прочитала комментарий Яны Клубничной. Она пишет: у меня печаль, не взошли семена перца. Даже те, которые были пророщены, ну то есть с росточками, с носиком. И я ей сказала, что я вам свои покажу, что у меня тоже нынче очень-очень долго всходят перцы. Кто видел мои видео, когда я замачивала до проклевывания, вы помните, что у меня была проблема. Вот у меня свои, которые свой, вот колокольчик, Рамира, они взошли, а магазинные сорта, ой, не взошли, а как проклюнулись, носики показались. А магазинные сорта при замачивании, при многодневном, даже носики не показались, но я их все посадила. Сейчас вот раскопаю еще один. Я их все посадила, и те, которые проклюнулись немножко, и те, которые не проклюнулись. И смотрите, какая ситуация. Посеянные были 25-го они. Ну, конечно, те, которые были уже как явно пророщенные, проклюнулись. И преимущественно вот домашние свежие сорта, они вылезли все. Что вот с этими сортами? Магазинные сорта, я думала, что вообще не взойдут. Вот новый сорт, которого у меня не было. Биг Папа. Хотела, чтобы ясность установилась, никак не устанавливается. Но вот этот сорт Биг Папа, я его очень хотела развести. Но представьте, сегодня 18 день после посева. Он даже не появлялся. И вот только сейчас я посмотрела, вылазят они. Это очень долго. Рядом с ним золотая бочка, тоже магазинная, зашла в числе первых, ну тоже долго. А вот эти сорта, которые калифорнийское чудо желтое, калифорнийское чудо красное, вот два крайних вот этих ряда, я думала, что вообще не вылезет один. Вот на 18 день один показался, и вот второй. Два росточка, ну я благодарна, что хоть так они, хоть через 3 недели вылезли. Видите, вот еще петельки показались. Вот. Это ведь семена тоже были замоченные. И какие-то были чуть-чуть вот с этим, с носиком, как вы говорите, а которые без носика. Так что вы не расстраивайтесь, Яна. Может быть, у вас еще покажутся. Вот нынче у меня, видите, я не смогла создать своим перцам ту температуру, при которой они хорошо прорастают. Везде написано 23-25. Если температура будет ниже, то всходы будут долгими, неравномерными. Для них это некомфортные условия. Им не нравится в холодном грунте. И даже многие семена, так и не проклюнувшись, там сгниют, погибнут, возможно. Ну хорошо, то хоть по несколько для развода, по несколько штучек. Теперь перейдем к тем, которые я не замачивала. Это я замоченные семена, и уже вот это были проклюнувшиеся, а эти так просто лежали. Какие показался носик, какие нет. В этот же день я посадила еще сухие семена. Все эти 18 дней вот такое было у меня, вот такая картина. Вообще не было ничего. Вчера первый ряд проклюнулся. Естественно, что за 18 дней земля уже вся и подсохла. Я уже один раз ее тут спрызгивала. И вот начали только пробиваться. Это сухие семена. Почему я всегда пораньше сею, или в конце января, или в начале февраля, потому что преимущественно посев всегда сухими семенами, и сухие семена очень долго лежат в земле. Я вам говорила, что пока они намокнут, пока они набухнут, пока они проклюнутся, пока они покажутся, вот следующие вылазят. Сейчас надо грунт смочить, чтобы они пробились. Вот еще, это все сегодня показались, вот еще, видите, петельки, сейчас покажу. Вот петелька. Это тоже ряд намечается. Как только петельки вылезут, ряды наметятся, я быстренько прорыхлю их, потому что очень долго они уже тут лежат. Может быть, уже и как корочка какая-то образовалась. Их теперь и пленкой не накроешь, потому что один ряд показался. Все. Вот это я про те сроки. Сроки, когда мы ждем всходов этих перцев. Иногда бывает, у меня был случай, когда я не дождалась и решила этот грунт использовать для других посевов. Вытряхнула его. И там оказались только что проснувшиеся семена. Лежали много, они около месяца. И они решили все-таки взойти.
Так что нужно набраться немного терпения. И если вы хотите сделать повторный посев, то есть пересеять, сейте в другой лоток. Эти, возможно, еще проснутся, потеряшки наши. Все, до свидания. Вот это вот я пообещала Яне клубничной, что покажу свои всходы. У меня тоже всходы не ахти. Они тоже не быстро выскочили, потому что у меня дома сейчас холодно. Нынче самый такой год какой-то, не очень удачный на время посевов, пришли холода. Дом частный, мы вечером ложимся спать тепло, утром встаем, такой холод дома вообще. Где уж тут перцам, самим бы выжить. До свидания.